Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Бюджет Кировской области на 2022 год внесли на обсуждение в ОЗС. Доходы региона на следующий год спрогнозированы на уровне почти 75 миллиардов рублей. Расходы превышают 76 миллиардов. Бюджет сверстан с дефицитом почти в 1,5 миллиарда, но в течение года его рассчитывают ликвидировать. Бюджет по-прежнему социальный, как выражаются чиновники. Социальные расходы составляют 65%. На различные меры поддержки выделено 13 миллиардов рублей, почти половина этой суммы на семьи с детьми. В приоритете нацпроекты 14,5 миллиардов рублей предусмотрено на их реализацию. Пленарное заседание, где планируется рассмотрение законопроекта о бюджете, намечено на 18 ноября. Программа «Экономика». Авитек передал УМВД осветители собственного производства. Это стало подарком к Дню полиции. Генеральный директор предприятий Авитек и КМП Александр Иванов передал начальнику УМВД Константину Селянину три мобильных комплекса осветительного оборудования. Опытный образец с января тестировали в ГИБДД и на основе отзывов доработали. Это раздвижные конструкции с фонарями разного предназначения, которые можно использовать на местах происшествий в условиях затрудненной видимости. Они размещаются в контейнерах, которые легко переносится. На месте происшествия комплекс разворачивается в течение 1-2 минут. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Оцифрован ли ваш бизнес? Если вы сейчас подумали о новых технологиях, значит, точно нет. Ведь речь о порядке, грамотном учете и владении ситуацией. Руководитель компании «Бухгалтерия» Татьяна Максимчук в ближайших выпусках будет рассказывать, как построить систему управленческого учета в вашей компании, независимо от ее размера. Всего три шага, чтобы иметь под рукой все данные, видеть свой бизнес в настоящем и на перспективу. Первое, что нужно сделать, это сделать саму систему сбора данных. То есть нужно разобраться, откуда и как поступает та или иная информация. То есть, например, отгрузки происходят, в какой она системе собирается. Например, если есть какие-то расходы, то кто собирает эти расходы? Кто увидит потом эти расходы? Потому что зачастую часть платится с расчетного счета, часть платится с карт, часть платится вообще наличкой. Назначаем ответственных, то есть кто сдает документы, куда сдает документы, куда эта информация поступает. То есть даже выбирается какая-то единая система сбора данных, база данных. Должен присутствовать принцип единого окна. Мы продолжим на следующей неделе, а если вы хотите знать и уметь больше, приходите послушать Татьяну Максимчук на семинар «Финансы для нефинансистов». 3 декабря на понятном языке она расскажет про наведение порядка в финансах, управленческом учете и о том, как масштабировать компанию на основе цифр. Подробности регистрации на сайте бухгалтер043info.ru. На этом все. У микрофона работала Ольга Болезина. Программа «Экономика» на 101 FM.